телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают, что в выходные 23 и 24 июля в Самаре будет работать ярмарка вкусов, на которой можно будет купить товары местных производителей. Торговые ряды будут составлены по четырем основным направлениям. Вкусы лета. Там будут сезонные фрукты, овощи, ягоды, гастромаркет, BBQ-станция и чемпионат по приготовлению барбекю. Вкусы времен. Русские национальные украшения, предметы одежды, русская народная игрушка, живопись, гончарное производство, мастер-классы по гончарному делу и классической русской росписи. Вкусы детства. Выпечка, кондитерские изделия, молочная продукция, мороженое, сахарная вата и сыр. Вкусы Поволжья, местное пиво, рыба, раки, кулинарные мастер-классы по приготовлению царской волжской ухи. В субботу ярмарка будет работать с 11 до 21 часа, в воскресенье с 11 до 18 часов. В телеграм-канале администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщают, что началась регистрация на первый отборочный тур Кубка Самарской области по баскетболу 3x3. К участию приглашаются 12 женских и 16 мужских команд. Игра пройдет 24 июля в Самаре в парке имени Юрия Гагарина. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары запускает новую рубрику под названием «Мне только спросить». Благодаря ей у каждого появится возможность ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами специалистов Главного управления социальной защиты населения. Поиск опубликованных ответов доступен по хэштегу «Ответы, _ соцзащита Самара».